Вітаю, шановні друзі! Розпочинаємо нашу програму. Для вас працює Катерина Тригубова, а наш гість сьогодні – голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Іванович Меріков. Вітаю вас в нашій студії. Працюємо ми в прямому ефірі, тому можна долучатися до нашої розмови, ставити свої запитання нашому гостю. Телефон незмінний 76 92 42. Будь ласка, телефонуйте. Вадим Іванович, буквально на днях отметили 70-летие Великой Победы. И сразу же предлагаю вспомнить немножечко в нашем видеосюжете, как это все происходило, и потом рассказать о том, что осталось за кадром, и как уже живется нам после праздника. Пожалуйста. Парад-концерт відкривали розрахунки з Національним прапором України та оркестр управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області під керівництвом майора Сергія Нежикевича. Ветерани війни з повагою та вдячністю привітали керівники області та міста. Адміральською в бойовому розрахунку крокували ветерани Афганської війни. Замикали урочисту колону спортсмени, гордість незалежної України. Серед них – переможці міжнародних та всеукраїнських змагань, призери олімпіад, чемпіони Європи та світу. Згодом учасники заходу поклали квіти до меморіалу ольшанців. Знаєте, ну, для нас є і буде праздник Победы. Вот, одним із найголовніших праздників для українського народу. В этот день мы должны чтить, поздравлять наших ветеранов, уделять как можно больше внимания, потому что их осталось действительно уже очень мало. И вот мы все, николаевцы, украинцы, должны как можно больше встречаться с ними, дарить им свое время, внимание. БТРи, бойові машини піхоти, самохідні гаубиці – це невеличкий перелік військової техніки, яку городяни оглядали сьогодні по завершенні урочистого параду концерту. Кожен бажаючий міг безпосередньо відчути всю міць української армії. Між іншим, ця техніка пройшла бойове хрещення на сході України. Це, во-первых, пам'ять, яку треба пам'ятати. І ще це діти, яким треба все розказати. Дорогих поздравляем с великим праздником нашим, Днем Победы. Желаем всем здоровья, ветеранам долгих лет жизни и нам, детям войны. Вшанування визволителів продовжилось у міськвиконкомі. Юрій Гранатуров, міський голова, запросив ветеранів на традиційний травневий прийом з обідом та бойовими стаграмами. Долголетие – это обязательно, правильно? А самое главное, чтоб больше не только ветеранам, и всем нашим последователям, чтобы больше войны никакой не было. Ну вот это небольшая часть того, что происходило и в нашем городе Николаеве, и в каждом районе были свои праздники, и множество произошло интересных, таких теплых, хороших, действительно праздничных и очень значимых мероприятий в каждом буквально селе, маленьком городке, да, большом. Вот ваше ощущение, то есть как прошел этот праздник, потому что перед ним, да, ну, все мы знаем, в какой ситуации мы живем, и было очень много нюансов, которые нужно было решить, которые нужно было закрыть, и вообще много было такого тревожного. Ваше ощущение о том, как это все произошло? Вы знаете, на самом деле, действительно, в этот день нам необходимо было как можно больше уделить внимание нашим ветеранам. И я считаю, что нам удалось в Николаевской области и в целом нашей стране уделить внимание нашим ветеранам, нашим героям, которые защищали нашу независимость, которые боролись с фашизмом, нацизмом в Европе. И это знаменательная дата, 70-летие Дня Победы. Праздник, действительно, который для николаевцев очень важен, такой торжественный, и всегда мы отмечаем с таким большим размахом. Поэтому в этот раз для нас самое главное было безопасность наших жителей области. До этого мы сформировали штаб по организации безопасности в период прохождения майских праздников. С 1 мая по 10 мая штаб вел свою постоянную работу, как в областном центре, в городах, так и в районах. Каждый день мы собирали совещания с правоохранительными органами для того, чтобы проработать все вот моменты, которые могли спровоцировать сегодня наше общество.
И я считаю, что нам удалось достичь результата. Наши жители города, наши жители области провели спокойно праздничные мероприятия, встретили ветеранов на площадях. Большое количество было таких культурно-массовых мероприятий, торжественных, которые проходили практически в каждом сквере, вот, для того, чтобы наше население действительно в этот день смогли ощутить праздник Победы. И те политические, общественные организации, которые хотели спровоцировать ситуацию, им не удалось. И не удастся и в будущем. Ветераны, это впервые, когда мы максимально собирали их непосредственно в административных учреждениях для того, чтобы поприветствовать, наградить. Плюс кабинет министров Украины ко Дню Победы ветеранам Второй мировой войны, детям войны выделил на Николаевскую область 17 миллионов гривен. И наши работники соцзащиты до 5 мая практически 98% было передано помощи нашим ветеранам Второй мировой войны. Также с областного бюджета было выделено более 1 миллиона гривен для того, чтобы мы могли эти средства направить только нашим ветеранам. С местных бюджетов нашей области дополнительно было выделено 1 миллион гривен. Это, конечно же, материальная, но незначительная поддержка, потому что, общаясь с ветеранами, для них самое главное – это внимание. Внимание людей, внимание родственников. Им важно рассказать, передать историю. Вот они, вы знаете, наслаждаются тем, что их помнят, их уважают, их любят. И, вы знаете, я получил, ну, огромное наслаждение, вот, общаясь с каждым ветераном. Я, ну, вот, зарядился от них таким героизмом, вот, я зарядился от них положительными эмоциями, хотя тот период, который прошли они послевоенный и довоенный, достаточно был сложный в их жизни. Поэтому мы должны помнить, чтить и передавать будущему поколению. Ну, будем надеяться, что так и будет, потому что это нормально, это по-человечески, да, и по-другому не должно быть и не будет. Вы знаете, вот мы впервые в этом году, 8 мая, проводили День памяти и День примирения, да. И вот я видел, как реагирует молодое поколение, как реагирует уже пожилое поколение. В этот день действительно вот люди говорили только о мире, и люди говорили, ну, вот, о будущем Украины, и в то же время вспоминали погибших, причем всех погибших во всех войнах, не только во Второй мировой войне. И ну, вот, патриотизм и сплоченность николаевцев, жителей области, ну, настолько сильна сейчас, что я просто горд за нас, вот, как такую большую и сильную общину. Любая война заканчивается, после нее наступает мирный период, и в мирном периоде нужно жить. Поэтому мы также переходим к мирным вопросам, которые очень важны для нашей области. В течение многих лет строительство нового моста – это для всех уже, от мала до велика, да, это уже такая притча во языцах, потому что это нужно, это просто необходимо, потому что и область у нас транзитна, и через наш город идет большое, огромное просто количество грузовых автомашин, и город, особенно те люди, которые живут на улицах, где проходит этот транспорт, они весьма и весьма ощущают на себе вот эти, весь этот груз,
который идет, везется через наш город. Множество было обещаний, японские деньги, это уже просто какая-то такая легенда, да. Опять есть этот вопрос, опять он встал, и опять есть надежда, что все-таки у нас появится этот мост. Что, какая есть надежда, более подробно можно услышать? Знаете, у меня не только надежда. У вас уже уверенность. У меня уверенность, что мы должны все-таки осуществить данный проект. И поверьте, сегодня заинтересовано наше правительство, и кабинет министров Украины в лице Арсения Петровича Яценюка направил письмо, обращение на правительство Японии для того, чтобы возобновить переговоры по долгосрочному кредиту с японской стороны. И нам дано задание, поручение собрать рабочую группу, которая работала ранее. Были сделаны часть эскизных проектной документации по подготовке к строительству данного инвестиционного, крупного инвестиционного проекта «Мост через реку Южный Буг». И это очень важный инфраструктурный объект для Николаевской области, для города Николаева и, конечно же, для всей Украины, потому что на самом деле это трасса, которая будет загружена еще больше, и мы сможем минуть город Николаев, чтобы большой поток грузов не заходил в областной центр. Конечно же, это рабочие места, конечно же, это большой объем работ и проект, который будет инвестироваться японским правительством. Вот, долгосрочный кредит, более 30 лет, под минимальный процент, гарантии государства, здесь нет бюджета области либо бюджета города Николаева, и я считаю, что мы должны бороться за данный проект вот всеми силами. Поэтому мы возобновляем действительно работу, и я буду докладывать премьер-министру Украины о нашей готовности буквально на следующей неделе. А та часть проектной документации, которая уже была сделана, она как бы не устарела, да? То есть она сохраняется. Вы знаете, об этом должны говорить эксперты, и, соответственно, для этого есть службы. Поэтому мы создаем рабочую группу, мы возобновляем все то, что было, для того, чтобы уже дать, чтобы специалисты могли дать оценку. Если и необходимо что-то перепроектировать, я не вижу в этом проблемы и больших трудностей. Новый пакет проектной документации, это же новые деньги, то есть у него тоже надо платить, во всяком случае, так всегда. Но вы понимаете, технологии, вы же поймите, что технологии, конечно же, уходят вперед, и поэтому мы будем работать над этим. Хорошо. Еще один тоже вопрос у нас есть по поводу того, что, конечно же, наша промышленность, она сейчас находится, как и во всей Украине, к сожалению, не в цветущем состоянии, но около двух недель назад, правильно, состоялся в Херсоне состоялась встреча представителей областей Украины, то есть наших соседей, херсонцы, Николаевская область, Одесса, да, если я не ошибаюсь. Да. Вот. Нет, Николаевская и Херсонская область. Херсонская, да, две. Одесса не надо. Одесса тоже будет участвовать. Тоже будет участвовать, но потом, первое мы. Правильно, вот, с представителями Укроборонпрома. Давайте посмотрим видео, у нас есть такой большой-большой сюжет нашего коллеги Федора Бондаря, он достаточно подробно опишет, мы вспомним эти все события, а Вадим Иванович потом дополнит и расскажет то, что не вошло в этот сюжет. Пожалуйста. Йдеться про близько 20 тисяч найменувань, від надрібніших деталей до цілих агрегатів для оборонно-промислового комплексу. Ініціативу керівництва концерну «Укроборонпром» підприємства та очільники областей зустріли з ентузіазмом. Адже роками надзвичайно складно було отримати гарантоване державне замовлення на будь-яку продукцію. Тепер говорять про два десятки тисяч зразків. Торік їх було на 10 тисяч більше. Підприємства, що входять до «Укроборонпрому», скоротили загальний перелік. Головна ціль сьогоднішнього мероприятия заключається в об'єднанні усилий для отработки ефективних варіантів можливої кооперації з підприємствами оборонно-промислового комплексу України.
Это связано с прекращением сотрудничества с поставщиками и производителями многих комплектующих страной оккупанта Российской Федерации. Мы должны общими усилиями отработать порядок, как проводить согласовательные процедуры, как дифференцировать производственные процессы, уделить особое внимание научно-исследовательским разработкам. Только экономически сильное государство сможет противостоять любому внешнему агрессору, независимо это Российская Федерация, либо кто другой. Потенциал Николаевской области просто колоссальный. Наша область занимает лидирующие позиции по производству валового регионального продукта на душу населения в Украине. Наши предприятия имеют огромный потенциал не только в гражданской промышленности, но и в оборонной сфере. Сегодня Укроборонпром в два региона, вот в этих два ключевых региона южных, привез деньги, привез налоги. Мы предлагаем производить продукцию здесь силами местных промышленных предприятий. Мы предлагаем оставлять налоги, заработную плату и всю прибыль, собственно говоря, от выпуска этих изделий здесь, в этих регионах. Таким образом, мы начинаем созидать. Як підкреслив Роман Романов, крім війни відкритої в зоні АТО, проти України багато років ведеться економічна війна. Протягом десятиліть державний апарат, економічні та оборонні структури, замість розвивати потенціал країни, руйнували його. Усвідомивши це, слід змінити курс і діяти згідно з нашими національними інтересами. Хоча й сьогодні в механізмах співпраці між навіть оборонними структурами багато дивного. Навіть у процесі формування державного оборонного замовлення, скорочено ДОЗ, це капітальний документ, що визначає пріоритети діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу і відповідні джерела фінансування на рік або декілька років. Ми з ним знайомимося так же, як і ви. Можете себе представити, підприємство «Укроборонпрому» не входить в число тих, хто формує ДОЗ, і в число тих, хто согласує. Новість. Вот. Для мене абсурд. Абсурд, так в тому-то і діло. Это сделано, мы понимаем, в каких условиях, кто создавал как бы эти, так скажем, мы говорили, экономическая война. Мы говорили, кто создавал эти положения. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим изменения в этом процессе. Причем, я думаю, глобальные, потому что в этом есть категорическая позиция президента Украины. Провідні підприємства Херсонщини та Миколаївщини презентували свій виробничий потенціал та готовність взяти участь у програмі з імпортозаміщення. Мабуть, найбільш яскраві враження, в тому числі завдяки ефектній презентації, залишив наш дослідно-проєктний центр кораблебудування. Згадували і найбільш важливий їх проєкт для майбутнього українського флоту – новітній корвет. К большому сожалению, уже два года нет фінансування, і даний вопрос мною був піднят и на уровне премьер-министра Украины, и обращение я готовил к президенту, на что получил ответ, что 2016 год уже планируется бюджетирование и строительство корабля «Корвет». И единственное приятное, знаете, что наши руководители четко сказали, что данный корабль должен быть спущен на воду, и корабль должен быть под украинским флагом. Вот это берет гордость, и для этого мы сегодня собрались и за этим столом, и делаем многое для того, чтобы наша Украина действительно была сильной и социально, и экономически. Зрештою, генеральний директор концерну «Укроборонпром» підписав меморандум про співпрацю з керівниками наших областей. Наміри висловлені. Тепер підприємства повинні справами довести, що саме вони гідні масштабних замовлень. Можливо, це не найкращий повод для привлечення средств. Можливо, це повод зв'язаний з війною. Тим не менше, в будь-якому випадку, це ті промислові підприємства, які сьогодні недозагружені роботи, які простаюють, це тот научный потенциал, те инженеры, кандидаты наук, которые сегодня вынуждены заниматься бог и с чем, сегодня у них, благодаря открытой политике Укроборонпрома, есть возможность все-таки применить свои знания и не потерять то, что воспитывалось, готовилось многими годами.
Ну, вот, достаточно подробно все спикеры объяснили, в принципе, и перспективы. Из вашего выступления на этом форуме понятно, что действительно перспективы у нас есть. Печально, что мы будем развиваться в нынешних условиях, то есть лучше бы это было совершенно мирное время, но, с другой стороны, достаточно позитивно, что мы будем все-таки развиваться. Да. Что было? Было, наверное, общение не только вот за этим столом, не только в рамках официальных каких-то встреч. Может быть, что-то еще есть то, что нужно знать, и для того, чтобы все-таки с какой-то долей оптимизма смотреть будущее на развитие промышленности нашей. Я скажу, что лучше позже, нежели никогда. Поэтому нам необходимо, вот просто сегодня крайне важно не только николаевским предприятиям, а в целом военной промышленности уходить от зависимости российского рынка, а тем более, что связано с военной промышленностью. И данная инициатива исходила, конечно же, от концерна, крупного концерна государственного «Укроборонпром». И поэтому у нас есть гарантии того, что данный меморандум и будущие договора – это не просто слова и очередные договоренности, которые закончатся буквально там, в течение одного месяца. Нет, это долгосрочная работа наших регионов и предприятий, которые готовы сегодня работать с крупным концерном государственным «Укроборонпромом». И важно то, что это прежде всего экономическая безопасность нашего государства. К большому сожалению, Украина в лице первых лиц государства до этого момента просто не думали о том, что мы должны быть независимы и о том, что мы должны быть сильны. На самом деле, посмотрите, что происходило с армией. Вот то же происходило и с нашей экономикой. Сегодня нам просто вот необходимо дать шанс открыть все вот возможные проекты, которые мы сможем совместно реализовать. А мы, как власть, должны идти навстречу нашим предприятиям, нашего региона. Потому что перед подписанием меморандума мы провели два совещания с руководителями и собственниками крупных предприятий Николаевской области, как государственной формы собственности, так и частной. И вы знаете, когда они делали презентацию своих предприятий, на которых работают сотни тысяч людей, это вот действительно такие предприятия, единицы в Украине. И загруженность данных предприятий от 30 до 60%. Поэтому сегодня мы еще и даем экономический толчок вот нашим николаевским предприятиям. Данный проект – это пилотный проект. Мы совместно с Херсонской областью, с руководством Херсонской областью определили, что мы должны двигаться в этом направлении совместно. У нас запланированы с Херсонской областью ряд еще совместных мероприятий. Это и по обороне наших двух областей, территориальной обороне. Мы проведем совместно советы обороны, на которых будут вынесены важные вопросы, начиная от наших блокпостов, заканчивая фортификационными сооружениями. И мы перейдем к этапу строительства фортификационных сооружений в Херсонской и Николаевской области. А что это будет, как это будет выглядеть? Это будут достаточно спроектированные объекты защиты на территории Николаевской и Херсонской области. Это стационарное, да? Конечно же, это вдоль моря, как для техники, так и для людей, которые несут службу сегодня в вооруженных силах Украины и защищают территорию Николаевской и Херсонской области. Буквально минута у нас осталась, но у нас есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Иванович. Здравствуйте.
Этой осенью будут выборы. Вы планируете выступать на них, принимать участие? Я уже об этом заявлял. Я не планирую принимать участие в выборах, которые пройдут, надеюсь, в этом году, осенью, в октябре месяце. У меня нет таких политических амбиций. Я сегодня являюсь руководителем областной государственной администрации. Я должен быть аполитичен, работать со всеми политическими силами и общественными организациями для того, чтобы созидать и для того, чтобы быть полезным обществу и государству. Поэтому я не планирую баллотироваться в местные советы. Спасибо за ответ нашему телезрителю. Достойная нота завершения нашей программы. Я вам благодарна за те, що ви були в нашій студії. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час. Залишайтесь з телеканалом Миколаїв, а ми будемо працювати для вас. На все добре. До нових зустрічей в ефірі.